Кто не знает Ханты Мансийска Кондорова, это из нашей команды, я причисляю к своей команде. Да вы все, эти 500 человек, кто посмотрит за эту неделю, вы все в моей команде, куда вы денетесь? Нет, есть там, конечно, Сергей, он тоже смотрит, мне приятно. Вот. Но Сергей это гигант, что я есть, что меня нет, он все равно гигант. Вот. Но Кондоров все-таки это, как сказать, не без моего влияния, прикорневой округ, да? Вот. Жутко смотреть. Я говорю, я скоро уволюсь, пусть Кондоров лекции проводит. И вот он пишет: уважаемый форум, предлагаю изменить, дополнить как тактику распространения метода сетного садоводства. Пропускаю. Надо идти со своими достижениями в другие сообщества садоводов, овощеводов, дачников по городам, весям. Вот. Ну, когда-то, вспомните, действительно пешком ходили. Нам идти, чтобы показать и рассказать без нравоучения, чтения морали. Вот. Ну, один пример. Есть сайт по продаже семян арбузов дынь. Купил семена, показал свои фото дынь арбуза. Представляете, где живет? Так, точно уволюсь. На моей страничке увидели мои арбузы. Ой, абрикосы. Абрикосы. Начались расспросы, где купил, где выросил. Устроил бесплатную раздачу черенков винограда. Пришли на страничку, увидели фото абрикосов. Начали расспросы, где купил, выросил. Опубликовал видео обо мне на сайте Северного садоводства в Вологде. Начались расспросы, где купил. Вот. Ну и так далее. Опять начались расспросы. Еще раз. Вот. Отказались в миллионном сообществе дачников размещать видео. Опубликовал фото абрикосов. Начались расспросы, где купил, как вырастил. То есть люди тонут в ворохе лишней информации. Им просто нужно показать направление. Мы же хотим им помочь. Кондор обращается уже не ко мне, а ко всем вам. Так, теперь, значит, разобрались, да? Прежде чем вот это я буду показывать, я хочу выразить свое огромное уважение и любовь к своему брату Железову Юрию Владимировичу. Дело вот в чем. Значит, сейчас посмотрите сюда. Вот. Он перехватил инициативу у моих помощников. Так. И что получилось? Пусть пока просмотров немного. А теперь вы посмотрите, сколько их. Ой, не Не так я то, не начал. то, не то, Ой-ой-ой-ой. назад, Так, стрелочку назад. вот здесь вот, не дай бог, она заработает. Так, а это уже. Ладно, короче, смысл такой. Он сделал за несколько дней несколько десятков фильмов, разбивая эти же самые. Вот они, где фамилия Железов начинается. Железов, 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 Железов и до бесконечности. То есть их несколько десятков. Вот, польза будет огромная. Я когда размещал гостевые книги, друзья, я вот так взял, нажал копировать, перенес, и оказывается перенеслось. Вот гостевая. Вот поэтому я вас прошу, вот она, видите, ссылка. Вот, мы не можем их смотреть, потому что тогда у нас начнутся технические сбои. Вот, Сафронов меня съест. А я просто показываю, как это просто. Давайте распространять везде, где. Ну, в большинстве банят, это да. Дело в том, что, как я понял, на каждом сайте есть свой авторитет. Один, два, не больше. Вот. Они выбирают, ну, это, как правило, модераторы, еще там какой-нибудь авторитет, кто погоду делает. Они, значит, выбирают, чего показывать, чего не показывать. И получается так, что караул, вы что сделали, вот Железов говорит, что это смертельный прием. После этого нет ни этого примера, и нет его самого, того, кто это, и исчезает, и тот, кто этот пример привел. Вот. И сотни тысяч людей, миллионы остаются, даже не знают, о чем речь идет.